что одолели нас. Санлейн, непобедимые воины короля Лиша. Мне кажется, он обещает, что от него отъебали. Наши силы едины. Тихо. Амбанидес на двух, Луцин на одном. Уничтожьте наших врагов. Чек на пол. Дарки, скажи ему, пусть танка шамана делает. Броску пробафайте. Все, вроде баф. Так, Даркис, я не понял. Тебе-то, значит, тотемы ставят, геру дают, тебе еще что-то не нравится? Пешт, остановись, у тебя 19 стак. И прольется кровь. Моя чаша полна. Трепещите, насладитесь болью. Прольется кровь. Я рубил. Ответьте с первым отцом. Бладласт. Налог, вставай. И прольется кровь. Вам нормально? Хильд. Меня все сферы утащили. И прольется. Охренеть. Кровь. У меня ошибка выбила. Валанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару... На сцене одна падает сфера. На сцене падает сфера. Моя чаша полна. Подожди, пожалуйста, чуть поддашь, чтобы танка не... Нормально, я стою, а у меня стаки набираются. А в дупе что вообще похуй, он 26 стаков на стаковый а, у меня, блядь, вылетело. Хуя. Я стою на месте, смотрю, у меня стаки, хуярит и хуярит. Луцы не пройти. Я не знаю. Феру, пап. Бэр, Луциня, речь. Что с вами не так, я не понимаю. Чаша полна и истина в смерти. Истина в смерти. Не стоило и отвлекаться на тебя. Фатруи до живых. Падаем. Трепещите перед Талдорамом, смертные, ибо силы раньше бить. Йотуну встать, а я. Ну, здесь это. Может, в ДКшке там попроще уже медведь. Да, у меня сложности никакие. Просто пролетает чувак, а уешь это шары и забирает их.
Второй раз в меня выбегает Милик и откидывает меня просто от шар... Ну, типа, камон. Мстят тебе. Дали диван? Нет. А у нации есть диван? Есть, есть. Отец, снимай. Делаем все точно так же. Милики вообще к Келесету не подходят. А Дживса ставили? А, есть почта у кого? Выгрели имейл. Шестрее да бафа отправляем. Почту надо. Понятно, что-то почтальон, что-то какое-то письмо пришло. Интересно узнать, как. Суманите, пожалуйста. Долго бежать. Браска, а крестоносец ты в этом что сделал, как он называется, на турнире с вами? Чек на баф на пол. Раз по подругам дай второй. Пожалуйста, Мирик, разбегайтесь от танка подальше, в разные стороны, места много. Билики вообще туда должны на сцену бежать, туда. Глубже, глубже. Не бегите к киллам танка. Когда он кидает искры, ну типа не, не физически нельзя разбежаться. Позволит Валанару свершить отмщение. И прольется кровь. Насладитесь. Чаша полна. И прольется кровь. Что надо ждать? И прольется кровь. Пончик, ты лутера там поставь, не забудь. Вера. Насладитесь болью.
Фарад. Я вижу. Так, вот их четверых не резать, это ГП уже точно надоело. Кинетик возле меня. Бабах. Это шары падают или что, или просто вихрь так неудачно? Шар упал. Знаете, в чем у вас ваша проблема? Когда ни одного РДД с левой стороны не было. Когда босс кастует вихрь, вы бежите, блядь, толпой нахуй. Вы понимаете, что когда вы друг друга задеваете, вы наносите урон, блядь? Понимаешь, чтобы они не разбегают. Они, блядь, просто кучкой, нахуй, в одном фрейме бегут, блядь, от вихря, ёпта. Трэш пулем? Или как? Сдох Red 2, что ли? Или чё ты возмущаешься? Да я не сдох, блядь, я просто смотрю на ними, блядь, и нахуй хуеваю. Что уже делать? Вот ты бежишь вот впереди, а они сзади тебя за тобой бегут. Что тебе делать? Расскажи в этой ситуации. Право, нахуй, да влево уйти. Место дохуя. В твоем случае вообще баба упражает. Кир, сколько там осколков-то? Я не сдох, мне повтор. Понимаешь? Кир, с этого босса осколок упал? Да. Перекинь ему лутер, пускай заберет. Пускай бы он разраливал лут, да и все, что выпадет. Ну, у меня тут этого... Званьки нет. Просто я бы тогда сразу за ГП кидал. Все. Давай обратно. Миш, 29 уже. Не падаю, что ли, тебе спал? Да, я не помню, что у меня последние 3 недели вообще некогда было выглядеть. Блуд на трэш ставь. Ты разрулил, да? Да. Япончик, тебе багруха нужна, нет? Ну, вообще, да. На мой? А вообще, братка... Я бы, конечно, с робота не отказался на шею. Там я её вообще не раз... Меня бы тоже убило. Просто там-то ночью надо, если ты будешь с роботом... Что ты прогнал?
Шефа прожал, блядь. Я со своим приором вообще не заберу еще в ближайшее время эту шею с рук. Ну, ты очистишься от ГП и вполне заберу. Лучше забрать ее, а потом ждать шею с робота. Профит больше. А как раз ГП очистится, с учетом того, что на этом КД робота уже не будет. В общем, ты брать будешь, да? Ну, давай, если выпадет, то возьму. А если не выпадет, не возьму, логично. Так как в луже не стоять? А вам она разве не нужна, Скирс? У меня есть, у Кирса Таша идет. Там просто Таноти нужна она, там, говёная. А он идет после тебя. У меня такая стоит. Я просто в свое время заколебался ждать эту багруху и чуть-чуть просто шмот пересмотрел. И... Но очень редко падает. Даркис вон выше. Вот он. Че, покажете класс тут, нет? Покусать надо, блядь. Два медведя на боссе. Анданидес, Антеллу, Цинь. Делишь зеркало. Чек на баф на пол. Торпеда должна быть 84-я. Вообще бафов нет. Шестрее баф обновляйте. Пристабаф. Держи. Даже рыбку вам поставлю в тотемах. Рыба позади рейда стоит. Я тут. Еще раз чек на пул. Даркс, выбежишь назад потом на взлет. Керс, следующий тебя куса. Слева. Страдайте же!
не получилось. Как вам такое? Следующую лаву пошел. Геру дать, что забыли про нее опять. Ладласт. Меня Кирс укусил. Не ходи ко мне в двор. Кирс меня подставить хотел, да? Ты вроде далеко еще. Да вообще красавчик. Правильно делают. Отказываемся от лута. Машину поставь. Лут поменять и все сейчас. Говорит, редко падает. Ну. Ну я вообще не видел ее КД-5, наверное. Ну а давно не падал их, правда. Она у меня. Она у меня. Сколько она там? 389, я сейчас себе начислю. Там, наверное, глаза в три раза увеличились, да? Да нет, на самом деле, вообще. Но она падает, правда, редко. Надо было ради прикола ванильку, блядь, второго укусить. И посмотреть. Посмотреть, что будет? Да. Типа, укусит, не укусит. Такое озвучиваешь, такое надо просто делать. Кстати. Выдергиваю. Я лут еще не раздал. Потому что лужа на лане. Чертяв. Так, сколько там вроде не было? Есть у нас еще ДК. Запускайте там эвент, чистите трэш квалитры. Станется. Там спрашивают, Т10 печенька, Т5 апает. Чего вы над человеком издеваетесь-то? Вы рофлили про чувака с посохом, да? Сейчас он еще задонатит и будет апать Т5, блядь. Бля, я помню, короче, когда Зестока открылся, мы с чуваком рофлили, блядь, в гримаре. В УФГ вот эти боешки, короче, шифтовали, блядь, и писали, что она падает с этого ебучего моба. Знаете, которого убить можно в гримаре, там в домике стоит. Там, блядь, человек 40 не бежал, очередь была там лужа, хуюжа, ему не давали ресурсов, блядь. Кирс, ты плащ с Вальки будешь брать? Или ты будешь все-таки РСХМ ждать? Конечно, РСХМ. Думаешь, я тут 10 кд жду шмотку? Ну, он Даркис отчаялся, и Пончик тоже.
Может, у вас сегодня день отчаяния? А чё, я-то отчаялся, я не... Мне только что багрух упал. Это... Танати-то закиньте на вальк, заплачем. Сейчас разлобнусь. Дарки со столько КП, что ему уже просто все равно. Равно было Ауди, когда у него 32к было. Да, блядь, все. Самое большое, наверное, было у Дракона, когда он непобедимого за 10 тысяч КП. Тоже сняли. Ничего сделал на 32 ГП. Потом пианист за то, что он пришел на другой день. На что-то не помню при мне. Да, и мы сняли тогда в тот день. То есть не в тот день, а... Ну, на следующий день. И не на следующий. Там на той, так, блин, какая разница, сняли и сняли. Но... После раздачи ГП на следующий день пришли, причем все. Потому что сказали, что если придут и убьют, то ГП будет убрано. Я помню эту хуйню. Пианист, хила. Тонуть в рейд в танках Андамидас. Вот. Как людей в рейд заставить ходить. Ну тогда правда пришли все. Даже перебор. То, что я узнал, если это правда, то ему был резон, чтобы люди ходили в рейд. Причем охуенно. Ради этого и делал, если ты не понял. Он ради этого вам и давал КП, чтобы вы ходили. Потом снимал, блядь. А чё не снять, если убили босса? А нет, сколько мы вообще его тогда мучили? По-моему, 2 недели. Мы его мучили, этого лича. Ну, имею в виду ДВшника. Не знаю насчет времени, но я тогда столько голды потратил, сколько ни разу, по-моему. Ну, копье лежит, а его никто не берет. Копье убьете, блядь. Они... Фраска, где ты валяешься? Фраска, где валяешься? Я там с Энджи я стою. Просто охренеть. А мне медведь стоял только что. Ой, где, блядь, Энджи? Нет, я под боссом, бля, где медведь? Ёбаный свет, где ты? Все, проткнули уже. Бревно поломали, все поломали. Его убили уже давно, что ты ищешь? Перекинь лутера, Навара. Ты прикинь, если вы меня сейчас забагали, я не смогу встать. Не бей. Ну и все, давай. Вы ее хилите. Не убили копья уже давно. Это рофлы такие. Они копья сломали. Это уже второй раз. Нет, и хилят босса. У нас с 2 чувака со сломанным копьем, да? Да мне копье. Долго там развлекаться будет? Ну, паблики просто, блядь, кривом забивают как. Им прикольно. Все страшно сражались с плетью. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Шкаф. Миш, посмотри на меня. Пожми тучу. У Вальки. Тебя нечем, да? Ты выбрал кровь. А, все, пропал. Короче, видишь, как она лежит, да? Я к ней подошел, тыкнул на этого, на Вара, чтобы копье вытащить. Он типа на нем показывал, что с него можно было еще раз копье вытащить. Я ее нажал, и я, короче, на эту Вальку сверху лег просто. В воздухе.
И выглядела, как я на этот... На мотик садишься. А копье сел, что ли? Речь с моти заносили меня, что так долго-то? Такое вижу, чтоб копье убили. Я первый раз вижу, чтоб два копья подряд убили. Сколько можно их хуй сломать? Андонида справа, Войд слева, в портале у нас два шамана и хулипал, два эрдру на рейде. Чё? Боишка. Чек на пол. Хожу, чтоб ты мне ничего не давал. Я просто положить не могу. Амир, ты на Котофей, Котофей на меня. Каску, повару, лапу. Каску повару. Не ель, твой выход. Сейчас, сейчас летит до хуя. На счет три. Три. У него мут опять что ли, или что он молчит? Он смирился. А до безысходность послушать так что. Пале пауэр не ставит. Блять, охуенный же аддон, там новый. Бага, я дал каску, блять, что еще надо, я не пойму. Ты слышал, что ли, блядь? Нет, не слышал. Слышал, ты все сказал. Еще фотку можешь летать спокойно. Почему ты не слышишь, что ж тебе. Я слышал, что ты сказал, ты че рофлишь, я дал каску эту боссу. Да блин, пул! Ты чё какой-то хуйней занимаешься? Бля, Ваняль, сейчас тебе мут дам. Если босс поговорим, на он ниже заебал. Нет, Кирсет хуже. Я был бы согласен на два вазири. Thank you.
там что, не готов здесь принять? Да, они сами дадут Керу. Увеличивает входящий хил. Базара нет. У меня интернет. Ты мочишь, ты допьешь. Что-то, по-моему, вы обожались здесь. Не пить еще. Хотя бы два раза. Так там Настя полетела, сколько было. Там до этого не лежит подойти. Кстати, вставай. Там два шамана. Короче, два Редрика залетает в портал. С двумя шаманами пытается собирать стаки. Короче, я никогда этого не делал. Так, не важно. Там время мучиться. Он возла. А Женя рук. Инту пока. Я вот рано еще. Я отдавал под Геру вот уже. Ну-ка. Дайте священный щит на босса, хилите флешками. Ни хрена сложного. Четыре стака я успел собрать. Нормально? Еще порталы откроются, еще сейчас зайдет. Да, не переживай. Сколько можно собирать? Миллион нахилил, навалю. Япончик, можешь тоже с ним летать, если хочешь. Да не, я сюда хилю. 100 000. Все. Уже 8 минут баф висел. Шкаф, сумон, норси. Сундук не открывает никто. Угу. Сука, уже кто такой тупой, блять? Void стрим есть? А как ты поймешь, кто открыл? То сун рядом с сундуком был. Я на нем прыгал, но я его не трогал. Тут 5 человек рядом с сундуком были, включая Геброска, по-моему. Не, меня не было вообще и рядом. Ты чё? Включайте стрим, смотрите по анимации, кто открывал сундук. Там руки, по идее, должны дернуться, вроде как. Может, это я был, но я вроде бы уже после чего-то. Ну, нет, не того, что магу надо, или есть. Тут латыши, танковская такая, грудак. Что не латы, реально. Надеюсь, если танка лут,
то клык упадет. На клык упадет, мне кажется. Лифт опасный, можно умереть. Дарчик, прощай. Никто не резает.